I usually say good evening, kinder. Good evening, children. Я обычно говорю добрый вечер, дети. I'm old enough to qualify for that. Потому что я уже достаточно стар, чтобы обратиться так. But I also have a fatherly heart for the church. Но у меня также имеется в сердце моем, я просто отец для церкви. After all, we Jews were in this much sooner than you, much earlier. Потому что мы евреи просто гораздо старшего. And though we are temporarily set aside, и хотя мы на какое-то время немножечко отпали, at the conclusion of the age, we will be prominent again. Но в конце этого века мы снова займем свое положение. Oh, praise the Lord. Слава Богу. You will probably think that I'm speaking about the subject of the Jew and Israel because I'm Jewish. Вы, наверное, полагаете, что я буду говорить о таком предмете, как евреи и Израиль, поскольку я еврей. That's not the case. Но это не тот случай. I'm speaking about the centrality of the Jew because of my call to the church. Я буду говорить об евреях не поэтому, а потому, что у меня есть призвание к церкви. In the way that I hope I can make you understand. И я полагаю, что я дам вам возможность понять. The church cannot come to its full formation and maturity independent of the issue of the Jew. Потому что церковь не может прийти в свою полноту и выполнить свою роль без полного понимания и, так сказать, откровения о еврейском вопросе. That's not my wisdom, that's God's. Это не моя мудрость, это Божья мудрость. But it's a profound wisdom. Но это очень глубокая, настоящая мудрость. And it's a wisdom that contradicts the wisdom of this world. И это та мудрость, которая противоречит мудрости мира. And it's in this context that I want to set before you this mystery. И именно в этом контексте я хотел бы поговорить об этой тайне. God forbid that we should make it something less. Упаси Бог, чтобы мы говорили об этом, как бы принижали этот вопрос. Our sentimental feeling for Israel. Чтобы мы просто ограничились какими-то нашими чувствами по отношению к Израилю. Our affinity for Jews. Нашей привязанности к евреям. Or some sense of obligation that we have as Christians. Или, может быть, даже каким-то чувством, тем, что мы обязаны чем-то евреям, поскольку мы христиане. These are all inadequate motives. Но это все неадекватные мотивы. So I want us to see the issue of Israel. И поэтому я хочу, чтобы вы видели еврейский вопрос. In its apostolic context. В апостольском контексте. For that is the key to our own apostolic character. Потому что это есть ключ к пониманию нашего апостольского предназначения и характера. And the church that's not apostolic is not the church. А та церковь, которая не апостольская, она просто перестает быть церковью. That was true at the beginning of the age, and also especially true at its conclusion. Это было верно в начале эры церкви, и особенно это верно. Of course, the key question is, what does this word apostolic mean? Но тогда вы можете спросить меня, а что же значит вот это апостольское слово апостольский? That's a great question. Это очень серьезный вопрос. And one that we should hold in our hearts with great respect. Это то, что мы должны с большим уважением подходить к чему в наших сердцах. I have spoken about the meaning of this word for 5 days in Switzerland at Youth with a Mission. Я в течение 5 дней говорил об этом в Швейцарии, будучи там в качестве миссионера. And examined it from different perspectives. И я просто рассматривал это понятие с различных точек зрения. What is the apostolic distinctive? Что такое апостольская характерная черта апостольства? What is the apostolic perspective? Какова перспектива апостольства? What is the apostolic mindset? Что такое апостольское мышление? Is there such a thing as apostolic character? И есть ли нечто такое, что можно назвать апостольским характером? Apostolic proclamation. Или апостольским какое-то заявление? You can be assured that there is.
Я хочу заверить вас, что есть такие вещи. And if we don't obtain it as the church, и если мы не принимаем как церковь это, we condemn ourselves to something less than God's intention. Тогда мы обрекаем себя на нечто меньшее, чем Божье предназначение для нас. And must fail in our historic mandate to the Jew. И тогда мы просто не сможем исполнить свою историческую миссию в отношении евреев. You didn't know that we had one. Вы, наверное, не знали, что у нас есть такая историческая миссия. I want to say that we do. Я хочу вам сказать, да, она есть у нас. And that God has appointed the church for its fulfillment. И Бог именно предназначил церковь для ее исполнения. But the church of what kind? Но какого рода церковь? Charismatic? Харизматическая? Of the American style? Американского типа? Very impressive. Очень впечатляющая. But it falls short of the glory of God. Но она лишилась славы Божьей. This is something ultimate. Это очень важно. And we cannot obtain it independent of our call to the Jew. И мы не можем воспринять это вне зависимости от нашего призыва к евреям. Only the issue of Israel calls us to this higher ground. Только еврейский вопрос поднимает нас на эту высоту. And I wish I had many days to develop this with you. Я хотел бы, чтобы у нас было много-много дней, чтобы развить эту тему с вами. But you'll have to listen intently to the short time that we do have. Но вы должны очень внимательно просто следить за моей мыслью в тот короткий период времени, который у нас есть. And pray for the Russian translation and edition of a book on apostolic reality. И просто молиться о том, чтобы русский перевод вот этой книги и русский перевод этого учения был адекватным. Which we plan to produce in English and in French. Эту книгу мы планируем выпустить на английском и на французском. It should be a classic foundational book for the church. Нет, ее еще нет на русском. Нужно молиться о том, что она появилась на русском. Это будет and классическая, фундаментальная книга о церкви. And the issue of Israel is central to all of these things. И еврейский вопрос, он является центральным вопросом всех этих вещей. That's why to contemplate Israel or the Jew from a sentimental or a soulish plane is to miss the question entirely. И поэтому, если мы будем подходить к еврейскому вопросу с сентиментальной какой-то стороны, с позиции, ну что ли, размышлений, дебатов, то это не приведет нас к Божьему отношению. For example, in Romans chapter 10. Например, в послании к Римлянам в 10 главе. Paul speaking of his own people. Павел говорит о своем собственном народе. He says, how shall they call upon him of whom they've not heard? Как вы можете призвать тех, о ком вы не слышали? And how shall they hear except one preach? И как может кто-то услышать что-то, если ему не проповедуют? And how shall one preach except he be sent? А как может кто-то проповедовать, если его не послали? For faith comes by hearing. Потому что вера приходит от слышания. And hearing by the word of the Lord. От слышания слова Божьего. This is much more than a little glib formula on how to witness to Jews. Это гораздо больше, чем просто формула, как свидетельствовать евреям. This is the ultimate and radical apostolic requirement. Это самое важное и самое радикальное требование для апостольской миссии. It's not a formula that Jews need to hear. Это не то, что формулу. То есть евреи хотят услышать от вас не какую-то формулу. It's the word of the Lord. Они хотят услышать слово Божье. The creative and life-giving word. Такое слово, которое созидает и дает жизнь. It's a special kind of preaching. Это особого рода. It's apostolic proclamation. Это как бы апостольское заявление. How shall one preach except he be sent? Как может кто-то проповедовать, если он не послан? What is the root of the Greek word apostolos? Давайте посмотрим корень греческого слова апостолос. A sent one. Это посланный. There's a lot of going on in these days. Сейчас очень много происходит вещей в наши дни. Out of well-meaning intention. Очень, которые привлекают внимание. And it brings a certain value and blessing. И которые, ну, достаточно ценны и влекут за собой благословение. But it is not yet the ultimate thing. Но это еще не самое важное. The apostolic thing. Это еще не апостольство. That cannot originate with men.
It cannot originate with men. А это не может иметь свои корни среди людей. It must originate with God. Это может быть только от Бога. And so be sent from the throne of God. И поэтому быть посланным от трона Божьего. But not in some mystical and insubstantial way. Но не каким-то мистическим и несубстанциональным путем. But also out of the earth from a sending body. Но именно не только от трона Божьего, но от церкви как тела Христова. As the first apostolic church was. Так же, как первая апостольская церковь. Именно такая была. Not so much at Jerusalem as in Antioch. Не столько в Иерусалиме, сколько в Антиохии. This is a critical question. Это очень такой, ну, как бы основной и очень острый вопрос. The first mention of apostolic sending is Acts chapter 13. А в Деяниях, 13 главе, впервые говорится об апостольском послании. When the Holy Ghost spoke into the congregation of believers, когда Дух Святой говорил собранию верующих, separate unto me Paul and Barnabas for the work unto which I have called them. Отделите для меня Павла и Варнаву и пошлите их. God does not even say what the work is. Там даже не говорилось о том, какого рода это будет работа. It doesn't matter. Это не имеет значения. That's how separated these men are. Речь идет о том, чтобы эти люди были отделены. Even from their own religious ambitions. Даже от своих собственных религиозных амбиций. And their own necessity to do something for the Lord. И самое главное, что они должны быть выделены для того, чтобы сделать нечто для Бога. They are men who have come to a priestly detachment. Это люди, которые были как бы отделены от всех. Именно как священство. And ultimate рода. Separation. Это самое высшее. Even from themselves. Даже от самих себя. In their best well-meaning intention. От своих самых лучших представлений. And only in that condition can they be sent. И только в этом случае, при этом условии, они могут быть посланы. How does one come to that condition? А как можно прийти к такому условию? It's a painful sanctifying process. Это очень, я бы сказала, мучительный и очень болезненный процесс освящения. That only can take place in an apostolic body. Который может иметь место только в апостольском теле. A people who have come to a certain intensity and character of relationship. Люди, которые подошли к определенной степени интенсивности, к определенной степени отношений. Despite their diversity and differences. Вне зависимости от всевозможных различий и вариаций. That's why the apostolic church does not begin at Jerusalem, it begins at Antioch. Вот почему именно апостольская церковь началась не в Иерусалиме, а в Антиохии. And how does chapter 13 begin? И это об этом говорится в 13-й. Вот как оно начинается. There was in the church at Antioch certain prophets and teachers. В церкви антиохийской были определенные пророки и учителя. Men of diverse calling in the body of Christ. Люди самых различных призваний в тело Христово. But also equally of diverse racial and ethnic origin. И они, заметьте, были также различного происхождения и этнического, и расового. They were Jews and Gentiles. Там были и евреи, и были язычники. They were Africans and white. Там были белые и африканцы. How do we know that? А как мы это знаем? Because the Holy Spirit took the pain to identify these men by their name and from their location. Потому что Дух Святой, он просто выделял этих людей и по их имени и по месту, где они, откуда они. One is called Niger. Один был Нигер. The ancient classic word for Africa. И это древнее слово классическое, которое обозначает африканца. So God gives us a picture of a cosmopolitan church. И поэтому Бог нам дает, рисует картину космополитической церкви. Of remarkable ethnic, racial and national diversity. В которой сплетаются и переплетаются совершенно различные люди различных этнических и расовых
происхождения. Why is that important? Почему это так важно? Because they had broken through into a heavenly place of relationship. Потому что они уже прошли через все это и поднялись на уровень именно отношений, присущих Царству Божьему. In and through their differences. Сквозь эти различия, которым они когда-то... You don't know the depths of your own heart. Вы не знаете глубин своего собственного сердца. I gave an informal, quick and unscheduled testimony at Minsk. Я в Минске свидетельствовал, что не планировал делать, очень быстро такой коротко свидетельствовал. And they loved it. It was so colorful and quaint, a Jew getting saved. И им это очень понравилось, услышать о том, как спасся еврей. But the moment I pressed the issue of the Jew for the church, но в тот момент, когда я вынес на повестку дня церкви вот этот вопрос еврейский, I began to see, particularly in the older Christians, a change of face and attitude. Я сразу заметил, особенно среди старых членов церкви, как изменилось их выражение лица и их отношение. How deep are these things? Очень глубокие эти вещи. Very deep. Очень глубокие. It has to do with our insecurity. Вам приходится иметь дело со своей незащищенностью. Our sense of identity in God. Со своим чувством, кто я в Боге. It has to do with historic enmities and strife between peoples. И эти вопросы касаются исторической вражды и всевозможных хитросплетений истории. That we have taken in with our mother's milk. Которые мы всасываем с молоком матери. And the very air that we have breathed. И с самим воздухом, которым мы дышим. I speak out of my personal experience as a Jewish Christian. Я говорю сейчас о моем собственном опыте как еврей-христианин. When God required a number of Jewish believers together with me to experience a deliverance. Когда Бог призвал меня среди других евреев, чтобы мы делились с вами освобождением от этих. Of things of which we were not even consciously aware. Освобождением от таких вещей, о которых мы даже не подозревали на нашем сознательном уровне. Anti-Gentile feelings. Абсолютно языческих чувствах. Subtle Jewish superiority. Имеется в виду вот это утонченное еврейское превосходство. Feelings against the church. Чувств против церкви. And I was already a minister in the church. Но я сейчас служу в церкви. And God had to break the power of these things. И Бог должен был сломать власть вот этих вещей. They are historic. Они исторические. And transmitted through the generations. И они просто переходят от поколения в поколение. But where in the course of our services do we have time and disposition for this? Но мы, когда мы со временем, когда мы растем, у нас есть время, чтобы преодолеть это. This is not going to take place in a large celebration. Это не происходит в каких-то больших собраниях. It takes place in the intimate and intensive relationship between believers in community. Это происходит в наиболее интимные моменты взаимоотношений между личностью и общением. And only there. И только там. 10,000 Sunday services will never give us the opportunity. 10,000 воскресных служений не даст нам возможности преодолеть это. But going from house to house daily will. Но если мы будем от дома к дому, переходя постепенно, мы будем помогать людям преодолевать это. We are all very private in our inner lives. Мы все очень любим и защищаем свою личную жизнь. There's a certain distance that we maintain. Мы просто, у нас есть тенденция сохранить определенную дистанцию. And certain things we don't share. И есть вещи, которыми мы не любим делиться. And all of that is coated over with hallelujahs and amens. И все это мы покрываем аллилуйя и аминь. And the powers of the air that brood over Minsk. И вот эти вот
власти тьмы, которые были над Минском. And over Kiev. И над Киевом. Do you believe that they exist? Вы верите в то, что есть такие and affect власти, men and nations? Которые влияют на людей, на целые they народы? Are the effectual rulers of this world? Потому что они являются фактическими правителями the gods of this world? А богами этого мира, who look down on us, которые смотрят на нас and are only required or obliged to respect one thing only. И требуется поклоняться и уважать только одну вещь. Apostolic authenticity. Вот это апостольское предназначение. Are you following me? Вы следите за мной? This is church. Вот это и есть церковь. And it's often painful before it becomes glorious. И часто бывает болезненным, прежде чем это станет славным. Paul says the church is the ground and the pillar of the truth. Павел говорил о том, что церковь — это основание и колонна истины. And what is the nature of truth? А что является естеством вот этой истины, правды? It's the whole truth and nothing but the truth. Это вся правда и ничего, кроме правды. Or it's not the truth. Или это неправда. These powers can look down and say, Jesus we know and Paul we know. These powers of the air can look down and say, Jesus we know and Paul we know. Эти власти тьмы, которые над нами, они могут посмотреть и сказать, Иисуса мы знаем и Павла мы знаем. But the church at Kiev, who? Но кто такая церковь в Киеве? This is my newest book. Это моя самая последняя книга. It needs a Ukrainian and Russian translation and edition. Надо, чтобы она была переведена и издана на украинском и русском. Anyone who has that gift and wants to volunteer, you can see me afterwards. А у кого есть дар для этого и кто хотел бы этим заняться, пожалуйста, ко мне подойдите потом. It's foundational for the church. Потому что это нечто фундаментальное для церкви. So who are you, Katz? Итак, кто же ты такой, Кац? Are you a sent one? А ты, может, святой? О, ты посланный, наверное. Or just a man doing his thing? Или ты просто, ну, просто делаешь это? That's a critical question. Это самый главный вопрос. And the truth of it will be demonstrated in these days. И истина того, что это главный вопрос, будет продемонстрирована в эти дни. I'll tell you how insanely jealous we are over this time. I will tell you how insanely jealous we are over this time. Я покажу вам, как какие мы ревностные, но не по-святому. Praying that through these times of sharing, God will actually lay foundations. Мы будем свидетелями того, как Бог будет закладывать истинное, действительное основание. Foundations that cannot be moved. Такое основание, которое нельзя поколебать. No matter what the uncertainty and the demands of the last days are. Вне зависимости от всех, от всего, что следует в последние дни. I am jealous for an apostolic reality. Потому что я ревностен в отношении апостольской реальности. In Kiev, in the Ukraine. В Киеве и на Украине. And except that it comes. И если это не придет, my Jewish kinsmen who are here do not have a chance. У моих родственников, у моих соотечественников, которые живут здесь, у них просто не будет шансов. For unbeknownst to them, they are waiting for a certain word. Потому что знаете, что они все ждут определенного слова. A word that is more than the information about the gospel. Это слово, которое гораздо больше, чем информация какая-то. It's the word of event. Это слово действия. Of the kind that I trust that I myself am speaking to you. А такого рода слово, которое я полагаю, я говорю сейчас вам. That even when the mind does not totally take in all that is being said. Как такое слово, которое даже если ваше сознание не воспринимает то, что говорится. The word is still creating something. Слово это все равно создает внутри вас нечто. For you foundations. Для вашего основания. For the Jew,
the faith to believe. Потому что вы являетесь основанием для евреев, чтобы faith comes by hearing. Вера приходит от слышания. And hearing by the word of God. Слышание слова Божьего. The preached word. Такого слова, the foolishness of preaching. Вот это вот глупость, как бы проповедь. By them that are sent. Который произносит эту глупость те, кто послан. From a sending body. Посланный кем? Послающим телом. That has itself come to an apostolic constituency. Таким телом, которое сама поднялось, церковь поднялась на уровне апостольской. This is work. И это работа. This is sacrifice. Это жертва. This is suffering. Это страдание. In the church. В церкви. Before it becomes a glory. Прежде чем она станет славной. I'm smiling because I'm thinking of my 20-year history in community. Я почему улыбаюсь, потому что я думаю о своей 20-летней истории в моей церкви. I can tell you that I would much rather suffer the abuse of outraged rabbis. Я хочу вам сказать, что я очень много пострадал от всяких раввинов, которые очень ревностны. Than some of the things that I've had to bear from the church itself. Есть такие вещи, которые приходится терпеть от самой церкви. In our own community in northern Minnesota. В нашей собственной общине в северной Миннесоте. In the depth of the issues that arise out of the intensity of the life together. Которые эти вещи происходят от из глубин того из глубин ситуации, когда мы все вместе. I'm sure that you have been occupied with your ministry. Я уверен, что вы занимаетесь сейчас своим служением. And how to do it. И тем, как служить. And what kinds of methods can we learn from Americans? И каким методом мы можем научиться у американцев? But I'm calling you to something altogether other than that tonight. Но я сегодня говорю о вещах, которые совершенно не имеют общего ничего с такого рода учением. Let's begin. All of this was introduction. Все это было введением. Let's begin with Ephesians chapter 3. Давайте начнем с послания Ефесянам 3 главы. Verses 9, I think, through 11. С 9 по 11 стих. Paul speaks of himself as being the least of all men. Павел говорит о самом наименьшем из всех святых, о себе он говорит, кому дана благодать сия, благословите язычникам неисследимое богатство Христово. Now listen intently to these next three verses. И вот последующие три стиха, пожалуйста, внимательно послушайте их. They are your foundation. Это ваше основание. If apostolic reality is ever to come to you, если вот эта апостольская действительность придет когда-либо для церкви в Киевскую, this is the foundation for it. То вот основанием для этого как раз являются эти три стиха. And yet Paul calls it a mystery. И все равно Павел называет это тайной. Before we read it, прежде чем мы прочитаем это, what is a mystery? Давайте поговорим о том, что же есть тайна. Is it a detective story? Это что, детективная история, рассказ? Something strange and exotic? Что-то такое странное и необычное? Okay, you Bible students. Ну что же, библейские студенты. What is a mystery? Вот вам и вопрос, что же есть тайна? Paul was a steward of the mysteries of God. Павел был проводником вот этих тайн. Though he was the least of all saints in his own sight. Как, несмотря на то, что, как он сам говорит, он наименьший из всех святых. And whatever a mystery is, и что бы ни было такое тайна, will it be revealed to us? Она была, будет явлена нам. Except that we also are the least of all saints. Если мы не являемся только самыми наименьшими из всех святых. In our own sight. С нашей собственной стороны. Spiritual egotism. Духовный такой эгоизм. Self-exalting Christianity. Самовосхваляющее христианство. Closes the door to mystery. Закрывает дверь для тайны. And shuts off all opportunity for apostolic reality.
И именно это закрывает всякую возможность прийти к апостольской действительности. You're doomed to being charismatic only. Вы просто тогда, ваше предназначение быть все время харизматом, which is quite enjoyable. Что само по себе очень мило. And has a certain efficacy, a certain effect. И в общем-то определенный эффект имеется в таких церквах. Only one thing is wrong. Но есть нечто, что неправильно. And that one thing is everything. И вот это нечто, оно есть все. It falls short of the glory of God. Потому что это нечто, оно лишено славы Божьей. Там-та-дам-там. Have you ever taken that thought seriously? Вы когда-нибудь эту мысль рассматривали серьезно? I plead with you. Я просто обращаюсь к вам. I will go down on my hands and knees. Я настолько обращаюсь к вам, что я могу встать перед вами на колени. For this one thing only. Потому что это самое главное. That despite every other question. Что несмотря на все остальные вопросы. Of your ministry and its success. Оставляя в стороне ваше служение и насколько вы успешны. Of the needs of the nation. Нужды целой нации. And even of the world. И даже всего мира. This one question only. Этот единственный вопрос. At the center of everything. Он находится в центре всего. Or you have no center. А иначе у вас нет этого центра. The glory of God forever. Это слава Божья навсегда. This is what makes apostolic apostolic. И это то, что делает апостольство апостольством. And will make you insane. И то, что сделает вас несчастным. Make you strange. Которое сделает вас каким-то странным. Even with other Christians. Даже среди других христиан. Because you have a divine jealousy. Потому что у вас появится священная ревность. A divine dissatisfaction. Священное неудовлетворение. For something more and something other. Какое-то желание чего-то еще и еще. Something transcendent. Какого-то чего-то трансцендентного. That's when it is obtained, it expresses itself in power. Когда это нечто такое, что когда вы получаете, оно проявляется очень сильно в вас. But we cannot seek it for power. Но мы не можем искать это для того, чтобы это было сильно. We can only seek it for Him. Мы можем искать этого только для Него. His glory. Для Его славы. Will have you to act in such ways as men will not understand. И этот поиск славы Божьей заставит вас вести себя так, что даже другие люди не ожидают от вас. You will disappoint congregations. Возможно, вы даже разочаруете ваши церкви. You will disappoint yourself. Может быть, вы даже будете странными для самих себя. Because of this jealousy. Из-за вот этой ревности. For the glory of God. О славе Божьей. Which is absent from the modern church in the world today. Которой нет сейчас в мировой церкви. And needs to be contended for and sought. И которую надо обязательно искать. And obtain and jealously maintain. И обретать, обрести и очень ревностно хранить. Now let's look at these verses. А теперь давайте посмотрим на эти стихи. Why don't you read that 9 through 11? Итак, с 9 по 11. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем. How much time shall we give to explicating or developing these verses, the understanding? А сколько времени нам нужно для того, чтобы понадобиться, чтобы вот так подумать, как следует над этими тремя стихами? We have, after all, another half hour. У нас еще есть полчаса. Well, let's be elaborate. Давайте. Maybe we'll take a half hour tomorrow as well. Может быть, завтра мы тоже еще полчаса на это потратим. Oh, what that says about us.
Oh, what that says about us. Это говорит о нас многое. American to American. Американцы слишком американцы. Ukrainian to Ukrainian. А нет, секунду. Yeah. Слишком, а украинцы слишком украинские. Да? We share the same mentality. Мы одного и американцы и украинцы мы одного мышления. It's practical and expedient. Это то, что практическое мышление. Yes, maybe we'll give this a whole hour. Да, может быть, мы целый час на это. Because after all, there are other important things. Потому что, конечно, есть другие важные вещи. That we need to do. Которые нам надо делать. I would say we should spend a month on these three verses. А может быть, мы целый месяц потратим на это. And not count that extravagant. И я не хочу казаться экстравагантным. We learn right away in verse 9 what a mystery is. В стихе 9 мы говорим о том, мы узнаем о том, что есть тайна. Which of course you already knew. То, что вы уже знаете, конечно. Something which is hid in God. Это нечто, что сокрыто в Боге. Until it is time to be revealed. До тех пор, когда наступает время, чтобы это открылось. No amount of intelligence can obtain it. Никаким интеллектом нельзя постичь это. Scholars and theologians will miss it. И все ученые и теологи, они не могут постичь это. A mystery is something hidden by God. Потому что тайна — это нечто, что сокрыто в Боге. A time appointed. До тех пор, пока не придет время для этого. I remember my disappointments in reading Karl Barth's great classic, The Epistle to the Romans. Я помню мое разочарование, когда я читал автора определенного по поводу послания к римлянам. How many here have never heard of Karl Barth? Raise your hand. Сколько из вас не слышали никогда о Карл Барте? Oh, dear Kinda. Do you want to see a grown man cry? Вы хотите увидеть взрослого человека, который плачет? Not in Russian. See, all the more reason for you to learn English. Yeah. Ну, это вам нужно всем выучить английский раз по-русски нет, потому что это достойно там. The best Christian literature is available only in English. Потому что лучшая христианская литература она доступна на английском. It is the international language. Это интернациональный международный. And even the spiritual language. И это даже духовный язык. In terms of the wealth that's available for us. В том смысле, что она открывает богатство, которое in that language. В этом языке доступным становится. So if I can interrupt myself, поэтому если я могу прервать себя and not exhaust my interpreter, и не истощать очень своего переводчика, Karl Barth is one of the giants of the 20th century. Karl Barth является одним из гигантов 20-го столетия. Who is linked or seen as having the same value as Luther or Calvin or Saint Augustine in their own generations. Которого можно поставить, скажем, в один ряд по значимости с Кальвином, с Лютером, только он для своего времени. His first book in 1918 erupted like a bomb over the theological landscape. Его первая книга в 1918 году она взорвалась как бомба в теологической науке. His commentary on the Book of Romans. Это как раз были комментарии к посланию к римлянам. With a return to the Word of God. Это было возвращение к Слову Божьему. And a Christological center. Это было именно христологический центр. By a German theology that had become completely liberal. Был такой немецкий теолог, который стал либеральным в этом отношении. And into whose vacuum Nazism was to come. And into whose vacuum Nazism. И вот в этот духовный вакуум пришел нацизм. When God began to open to me the mystery of Israel, когда Бог начал открывать для меня тайну Израиля, I had already been Jewish for over 50 years. Я уже был евреем более чем 50 лет. And a believer for over 20 years. И верующим уже 20, более 20 лет. But I did not have that mystery by virtue of being either Jewish or a Christian.
that long. Но у меня не было еще откровения об этой тайне. Не по той причине, что я был евреем, не по той причине, что я был верующим. There came a moment when that which was hidden was revealed. Просто наступил момент, когда то, что было сокрыто, стало явным. Out of a personal season of suffering and death. Это пришло, просто пришло какое-то личное время года. And I immediately rushed to my theological hero. И я тут же бросился к своему теологическому герою. What will Karl Barth say about chapters 9 through 11 of the book of Romans? Что же тогда Колбах говорит об этих трех стихах из девятой главы? And I was astonished. Я был страшно удивлен. He had nothing to say. У него он ничего об этом. He spiritualized everything away. Он просто обо всем говорил так духовно. In every reference to Israel, he saw the church. В каждом обращении, когда говорилось об Израиле, он видел церковь. It was full of precious insight. Он был внутренне имел такое видение about the church. О церкви. But it missed the issue of Israel entirely. Но вопрос об Израиле как таковом абсолютно его не коснулся. It was hid from his sight. От его зрения духовного это было закрыто. It was not yet time. Просто не было еще времени для этого. But the set time to favor Zion has now come. Но вот время для Сиона сейчас настало. And that's why we're speaking what we're speaking. И поэтому мы говорим сейчас о том, о чем мы говорим. Listen to this. Послушайте. That this mystery, whatever it is, что эта тайна, в чем бы она ни была, is hidden God through Christ, она сокрыта в Боге через Христа, who created all things to the intent that now, unto the principalities and powers in heavenly places, might be known by the church the manifold wisdom of God. В Боге, который создал все Иисусом Христом, с тем или для того, чтобы именно сейчас это открылось, сделалось известным через церковь начальством и властям на небесах. Let this sink in to the depths of your Slavic minds. Давайте погрузим это в самые глубины нашего славянского мышления. It's staggering. It's staggering. It's shocking. Это немножко шокирует. That God has created all things. Что Бог вообще создал все. The whole of the cosmos. Весь космос. All of creation. Все творение. Nations and races. Народы и расы. For one thing. Только для одного. Something that has to do with the church. Для того, что прямо касается церкви. To the intent that now, through the church, со стороны Бога, that he did not think it too extravagant to create everything. Настолько важно не для Бога, что он счел возможным создать все. That there would be a foundation in the earth for a church. Чтобы это было основанием для возникновения церкви. That can make this demonstration, которая затем явит вот это. For which reason he has created all things. И для этой цели он создал все. The manifold wisdom of God. И явит церковь премудрость Божья. What do you think of that? Что вы можете сказать на это? Мама мия! This is extraordinary. Ничего себе. And we don't even know what that wisdom is. А мы даже не знаем, что же это премудрость Божья. But one thing we do know, то, что мы точно знаем, it can only be revealed through the church. Это то, что она может быть открыта только через церковь. But a church of what kind? Но какого рода церковь? An ultimate kind. Самого оптимального. An apostolic kind. Апостольского типа. The very same kind that moves the Jews to jealousy. Ту самую церковь, через ту церковь, которая заставит евреев возревновать. Nothing less. И ни капли меньше. Now understand this, children. Вот, пожалуйста, поймите это. If we make our purpose to move Jews to jealousy,
Если мы сделаем своей целью именно достичь евреев и возбудить в них ревность, иначе мы просто не сможем существовать. But if we seek the glory of God, если мы будем искать славу Божию, and His satisfaction, и Его удовлетворение, in that which is important to Him, в том, что важно для Него, a demonstration that can only come from the church, нечто такого, что может происходить только, что может показать только церковь, in its full corporate character, вот этот Его полный характер Бога, as the ground and pillar of truth, церкви как именно основание и колонны для истины, then Jews will be made jealous. Только тогда евреи, увидев такую церковь, возревнуют. And nations shaken. И нации сотрясутся. And the purposes of God completed. И тогда Господние цели in the earth and in the nations, для всех народов, when we have not made the work the purpose for our being. Когда у нас не будет среди этих целей цели только для нашего существования. But the fulfillment of this mystery, только целью будет осуществление which has тайны, nothing to do with us practically, которое, в общем-то, никак не касается нас, but everything to do with Him. Но она полностью касается it's только Бога. Это важно для Бога. It has to do with His everlasting glory. Потому что это нечто, что имеет отношение к Его вечной славе. And that is the wisdom of God. И это и есть премудрость Божия. Listen carefully. Послушайте внимательно. When a people on the earth, когда народ на земле, will take as their foremost and central reason for being, положит для себя самой большой целью для своего существования, the satisfaction of God, удовлетворение Бога, that has no practical relevance for themselves, которое не будет иметь ничего общего с его практическими нуждами, как народа, that itself is another wisdom. Вот это и будет той самой другой мудростью. Radically different from the wisdom of this world. Абсолютно отличный от and мудрости of этого this world, мира и от начальств и властей этого мира, which operate in the religious realm as well. От тех властей, которые действуют в религиозном в религиозной сфере. Self-interest. Речь идет о my ministry. О своем интересе, мое служение. What I am going to do for God. Что я сделаю для Бога. What my church is going to do. Что моя церковь сделает. What my denomination is going to do. Или что моя деноминация сделает для Бога. Is the spirit of the wisdom of this world. Вот это есть дух премудрости этого мира. And when the principalities and the powers look down on such churches, если начальство и власти смотрят на такую церковь, they yawn. Они зевают. They are completely bored. Потому что им просто смешно. Utterly indifferent. Абсолютно индифферентно. They don't care how loud and how boisterous your worship is. Им совершенно безразлично, насколько мы громко славим Бога. They know that you are not to be feared by them. Они знают, что вы не будете напуганными. For you are still operating on the basis of their wisdom. You are still operating on the basis of their wisdom. Потому что вы все еще действуете по собственной своей плотской мудрости. Are you following me? Вы следуете? Is this being taped tonight? Это вообще записывается? Yes. So you can hear it again and again. То есть это можно будет прослушать несколько раз. You'll need to hear it several times. Потому что нужно прослушать это несколько раз. Until this breaks through and into your consciousness. Потому что это должен быть прорыв в ваше сознание. Because it has to be made conscious. It has to come into your consciousness. Потому что это должно пройти в вас, внутри вас, в вашу совесть, в ваше сознание. Now let's go back to the other mystery. Давайте снова вернемся вот к этой тайне. There's only two mysteries at the end of the age.
Only two. Есть только две тайны в конце этого века. This one that we have just looked at briefly. Вот та, о которой мы сейчас немножечко поговорили. And the mystery of Israel and the church. И тайна об Израиле и церкви. Where is that spoken in Scripture? А где это? Об этом говорится в Писаниях. Romans chapters 9 through 11. Это в Римлянах, главы 9 по 11. And in chapter 11, и в главе 11, Paul says, Brethren, I would not have you to be ignorant of this mystery. Павел говорит, братья, я не хочу, чтобы вы пребывали в невежестве по поводу этой тайны. He calls this issue of the church and the Jew a mystery. И он называет этот вопрос о церкви и о евреях тайной. Not an evangelistic methodology. А не евангелистической методологией. And he says, I would not have you to be ignorant of it. И он говорит, я не хочу, чтобы вы пребывали в невежестве. Lest you become wise in your own conceit. Не были бы мудрыми по своим собственным измышлениям. There's a penalty for missing this mystery. То есть за это полагается, в общем-то, наказание. За то, что вы не знаете эту тайну. You become conceited. То есть вы... Conceited. Haughty, you know. То есть вы становитесь такими святошами, такими святыми. Like the kingdom now. Как, например, ну, царство сейчас. Or the church is the kingdom. Или церковь и есть церковь. Or the church is Israel. Или церковь и есть Израиль. These are all popular movements in my country. Это все в моей стране очень популярное движение. But they're not apostolic. Но они не апостольские. They've missed the mystery. Потому что они не восприняли эту тайну. Why is the subject of the Jew a mystery for the church? А почему этот вопрос о евреях является тайной для церкви? The Gentile church. Языческой церкви. Because it gives to the church a purpose for itself. Потому что он дает церкви предназначение и цель. Contrary to its own self-interest. Которая является противоположной ее собственным эгоистическим интересам. Why should a Gentile be occupied with the Jew? Почему язычники должны заниматься еврейским вопросом? Especially seeing what has been true in history. А особенно если мы взглянем на то, что мы видим в истории. Suspicion and irritation. Это все время было какое-то негодование, jealousy, подозрение, misunderstanding, непонимание, ревность, friction, всевозможного рода тени. They are different than us. Они просто другие, они не такие, как мы. We feel uncomfortable with them. Нам просто очень неприятно быть с ними. We're secretly envious of them. Мы глубоко внутри, мы всегда чувствуем враждебность в отношении. Look how they succeed in business. Посмотрите, как они преуспевают в бизнесе. And in school. И в науках. Getting all the good grades. Как все время получают хорошие оценки. And the Nobel prizes. И Нобелевские премии. Far out of proportion to their numbers in the population. И совершенно диспропорционально в отношении населения. They are a people of remarkable accomplishments. Это люди какого-то совершенно высокого, другого предназначения. And we're just Gentiles. А мы просто язычники. Struggling to get ahead. Которые просто мучительно стараются прорваться. There is everything in this to invite resentment. Всегда есть что-то, что в этом вопросе, что вследствие чего возникает такое пренебрежение. And history has shown how that has been expressed in blood. И история нам показала, что это презрение выливается реками крови. And you are immune to this? И вы тоже причастны к этому? You're not susceptible to such feelings? Вы уверены, что вы никак не относитесь, не испытываете такого рода чувств? Then you must be extraordinary Gentiles. Тогда, если вы не испытываете, то вы какие-то странные язычники. Exactly. Точно. This is what
makes you extraordinary. Это то, что делает вас такими неординарными язычниками. You can't come to this out of a sense of obligation. Вы не можете прийти к такому чувству, точнее, к отсутствию такового, I guess we owe so much to the Jews. Я думаю, что мы очень многим являемся. After all, they gave us the apostles and the prophets. Мы многим обязаны евреям, ведь они дали нам апостолов, пророков. We should show them kindness. Мы должны быть добрыми в отношении к ним. This will never do. Это не сработает. It will never fulfill the mystery. Это никогда не будет осуществлением этой тайны. We've got to move them to jealousy. Мы призваны возбудить в них. And if I had time to tell you, если бы у меня было время, то that we're coming to an hour, мы уже целый час говорим, when Jews are going to be in flight for their lives in every nation, когда евреи будут светом для всех других наций, and most will not survive it. И многие, они просто не переживут это. Except a remnant that are taken in by Christians. A remnant, a small portion, who are taken in by Christians. За исключением тех, которые своим христианством это возьмут. Who, like in the Nazi time, will do so at the risk of their own lives. Как те, которые во времена нацистов, они просто шли к евреям, спасали их на собственной жизни, риском. Oh, brother, such a time will never come again. О, нет, братья, такие времена больше никогда не повторятся. We have learned from the past. Мы получили урок из прошлого. Such an anti-Semitic spirit could not prosper in our country. Нет, такой антисемитский дух, он просто не может прогрессировать в нашей стране. You're naive, children. Нет, вы очень наивны. Because the scriptures already speak of such a time coming. Потому что в Писаниях уже говорится о том, что эти времена наступают. And it will test us. И это будет для нас проверкой. As the Jew has always been the test of the church. Как и всегда, евреи всегда были проверкой для церкви. Which test the church has historically failed. Такой проверкой, которую исторически церковь не выдержала. Luther failed. Даже Лютер, он не выдержал этого экзамена. Chrysostom was the golden orator of the early church. Златоуст, он был просто, ну, как бы, говорил самые золотые слова от церкви. And a notorious anti-Semite. Но он был известен как самый ярый антисемит. We're moving toward a conclusion. И мы просто двигаемся к заключению. And it's the ultimate test of the church. Что это всегда является проверкой, экзаменом для церкви. Which will also be a saving demonstration to Jews who perceive it. Что будет всегда очень яркой демонстрацией церкви для евреев, которые. And at the same time inflict a final defeat on the principalities and powers of the air. И в то же самое время. Это является тем, что победит и что через церковь будет показано властям и начальствам этого поднебесного мира. For in extending yourselves toward Jews at the risk and peril of your own life. Потому что если бы, или, вернее, когда вы простираетесь к евреям, невзирая на риск для своей собственной жизни, you are demonstrating another wisdom. Вы тем самым демонстрируете ту другую мудрость. The wisdom exhibited by Jesus at the cross. Ту мудрость, которая была продемонстрирована Иисусом на кресте. The spirit of self-sacrifice. Дух самопожертвования. That strikes at the heart of the world's wisdom. Которая бьет прямо в сердце мирской мудрости. Now manifest in Kiev on every street. Сейчас показывая всему Киеву, каждой улице. I've never seen more Mercedes-Benzes. Я нигде не видел Mercedes-Benz. In Russia, in Ukraine. Как? В России, на Украине? Of men who are making fortunes. Людей, которые преуспевают. Getting rich. Те люди, которые seizing opportunity.
И то есть это сравнение идет, да, демонстрация богатства. To take care of number one. Который для того, чтобы заняться вопросом номер один. The unspoken wisdom of the world. The unspoken wisdom of the world. Есть такая мудрость, которая не произносима, которая... Self-interest. Есть мудрость, о которой не говорится в мире, но которая правит миром. Это и свой собственный интерес. But God has created all things. Но Бог создал все. In order that now, для того, чтобы сейчас, through the church, через церковь, might be demonstrated to the principalities and powers, продемонстрировать вот этим начальством и властям, the manifold wisdom of God. Ту самую мудрость, которая есть в Боге. I'm just about to finish. Я сейчас скоро закончу. I pray my interpreter's energy will not fail. Я молюсь, чтобы энергия моего переводчика не подвела. And your ability to contain this. И молюсь о вашей способности воспринять это. I have set the Jew in the context of the cosmic conflict. Я поместил еврея в контекст космического мироздания. The mystery of two wisdoms. Тайна двух мудростей. Seeking to prevail over the entire creation. Поиск того, чтобы выйти за пределы всего творения. And everything resting in the last analysis upon a church. И все, что в конечном итоге передается и передаются для церкви. That has at its very heart the jealousy for God's glory. Которая в самом центре этого вопроса имеет ревность по славе Божьей. That can only come by the fulfillment of this mystery. И эта слава может прийти только от осуществления вот этой тайны. As it comes to us practically through the Jew. Которая практически осуществляется через еврея. At the end of the age. В конце нашего времени. At which end we are. В тот самый момент, когда мы с вами живем. So I want to pray for you. Поэтому я хочу молиться за вас. You ministers of such a church. Вы являетесь служителями такой церкви. With such foundations. В которой присутствует именно такое основание. Such seeing. Такое видение. Such an apostolic mentality. Такое апостольское мышление. It will mark you. Это будет вашим знаком. To say yes to this vision will mark you. Если вы говорите в своем сердце «да» такому видению, and, это будет знаком. And invite the retaliation of the powers of the air. И это просто как бы пригласит будет знаком и для вот этих правительств и начальств, которые обрушатся на вас. Now they fear you. Потому что они теперь будут бояться вас. Because you have such an intention. Потому что у вас теперь есть такое намерение. Are you willing? Вы хотите этого? It's entirely voluntary. Потому что это, конечно, только добровольно. To say yes to this. Когда вы говорите «да» такому видению. I said yes to this some years ago. Я сказал «да» такому видению несколько лет назад. And it changed everything. И тут же в моей жизни изменилось. And opened the door to sufferings. И это открыло дверь страданию. Of an exquisite kind. Такого очень, я бы сказал, утонченного рода. Even persecutions. И даже гонения. Under one's own roof. Под одной крышей. And in one's own church. В одной и той же церкви. For there's a suffering that precedes the glory. Потому что перед славой всегда идет страдание. Let's pray. Давайте помолимся. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. I bless these children. Я благословляю этих детей. Such words as I have expressed to them. Те слова, которые я выразил к ним, could not have been created by man. Они не могли созданы быть через человека. You gave me no opportunity to prepare for such words. Ты не дал мне возможность подготовиться к этим словам. But it's a moment whose time has come. Но просто это тот момент, когда пришло для этого время. For these children.
для этих детей, these appointed ones, этих, тех, которые назначены in this last hour, в эти последние времена, I bless them in Jesus' holy name. Я благословляю их во святое имя Господне. And I pray that your word would find lodging in their hearts. Я молюсь о том, чтобы Твое Слово поселилось в их сердцах. It would be the foundation of their very being. Чтобы это стало основанием всего их существа. And opened them for every sacrifice. И открыло для них путь на всякую жертву. By which the church becomes the church. Посредством которой только церковь и становится церковью. The ground and pillar of truth. Основанием и колонной для истины. In the midst of a corrupt, filthy, lying world. Посреди этого коррумпированного, гниющего и умирающего мира. That when Jews encounter it, когда евреи столкнутся с этим, they will see the light of God. Они увидят свет Бога. And be moved to jealousy. И в них сыграет ревность. Unto salvation. Ко спасению. Do these things. Делайте. Seal this word. Запечатайте эти слова. Perform it. Исполняйте их. We receive it with gratitude. Мы принимаем их с благодарностью. Let it be an event for us. Пусть это будет делом для нас. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса Христа мы молим. Amen. Аминь. If I were you, если бы я был на вашем месте, I wouldn't let the moment pass without myself saying something to God. Я не дал бы возможности уйти вот этому времени без того, чтобы я сказал что-то Богу. This is not another teaching. Это не то, что это другое какое-то учение. This is a holy call. Это просто святой призыв. And it's not for everyone. И вы знаете, это не для каждого. It's totally voluntary. Потому что это абсолютно добровольно. You don't have to be a candidate for apostolic suffering. Вам не нужно быть кандидатом, зачисленным кандидатом на апостольскую миссию. Except you choose to. Разве что вы сами выбираете это для себя. And have respect for the eternal reward. И хотите получить вечную награду. Should we take just a few minutes? Можем мы еще несколько минут поговорить? Say something to the Lord. Скажите, пожалуйста, right там, out of your seat. Прямо сейчас. No eloquent statement. Никаких каких-то таких заявлений. But a statement. Но одно заявление должно быть сделано. I choose this. Я выбираю. What has been described to me tonight. Вот то, о чем говорилось мне сегодня. I receive as my call. Я воспринимаю как мое личное призвание. Whatever it requires. Что бы за этим последовало. You say that to the Lord. Вы скажите это Богу. And something will be transacted. И тогда нечто произойдет. For which the powers of darkness over Kiev tremble right now. Произойдет то, от чего прямо сейчас вот эти начальства тьмы, злобы поднебесной, они сотрясутся прямо сейчас, задрожат. You speak. Говорите вы.